Шесть семейных команд-победительниц отборочных туров, которые не так давно прошли в ДЮСША номер один, соревновались с самым любимым горожанами спортивном шоу «Папа, мама, я. Спортивная семья» в СК «Портовик» в воскресенье 7 апреля. Цель этого спортивного фестиваля – выявить сильнейшие семейные команды, которые представит Измаил на областном этапе фестиваля «Папа, мама, я. Спортивная семья». Семьи проходили испытания в 8 этапов, что-то наподобие веселых стартов, преодоление препятствий в виде обручей, кубиков, мячиков и прочего. Победителями стала семья Мельниченко, команда «Пуп». На втором месте семья Ивановых, команда «Крепкий орешек». Именно этим двум семейным командам предстоит защитить честь нашего города через неделю в Южном. На третьем месте команда «Золотой дракон», семья Крюковых. На четвертом «Звезда», семья Хитровых. И далее команда «Суперсемья», «Порвин» и «Молодцы удальцы» семьи Елисаровых. Оксана Картелян, веб-студия «Курьер».